странном стиле Путин-Югента, скажем так, продолжает воспитывать детей, и можно ли это назвать воспитанием, и не тянут ли их обратно в совок? Давайте посмотрим. Вот это первое видео, и сразу посмотрим еще одно. Такая пропаганда через детей. Давайте посмотрим. Вы настоящие герои. Вы являетесь для нас примером. Помните, что вы не одни. За вашими спинами целое поколение россиян, готовые стать рядом с вами плечом к плечу. В единстве наша сила. Не сломали наших предков, и нас не сломают. Вместе. Мы верим в вас. Мы ждем вас. Мы гордимся вами. Вот знаете, чем примечательно это видео, по поводу которого злобная моя редактор Ирина Абдуллина сказала ужасную фразу. Она сказала мне в ухо: «Будущее ведра картошки». Вы понимаете, о чем я говорю? Да? Помните, был сюжет? Это я зрителям просто напомню. Там, так сказать, за убитых ведро, ну, мешок картошки и мешок морковки дали. Понимаете, вот такая компенсация. Дело тут даже не в этом. Хорошо бы, вот на фоне чего они стояли. Вот в этом, понимаете, почему они проигрывают, Ольга? Вы увидели, что они стояли на фоне каких-то странных аппаратов, засыпанных снегом. То есть взять метлу и почистить, чтобы было понятно, что они стоят на фоне танка. Пусть даже это какой-то танк какой-то 62-го года. Не имеет значения. Танк, он и есть танк. Нет. Стоит раздетый ребенок. И стоит покрытый снегом танк, который, может быть, 64-го года вообще не... Вот понимаете, в этом все. Вот так организовывается наступление, так организовывается отступление. Так передача Соловьева, вот пройдет, ну оно пройдет. Мы, армия, мы поможем, вот такое вытворяют с детьми. Знаете, я на прошлой неделе видела, тоже совершенно чудовищный ролик, меня поразило там совершенно все. Во-первых, это был город Котовск, Тамбовской области, такой край-то лагерный, и там ветеран, тюремщик, ветеран ФСИН, написал песню для детей. И вот весь Котовск ее поет. Я разобрала первую строчку. Первая строчка такая. На машине свастика, за рулем укроп. Это такая. Вот такая. Дети поют, да, вот улыбаются. Ну, я после этого, конечно, написала, что ездят прямо к Путину на колесах гроб. Ну, раз уж такое дело. То есть слова укроп, свастика, фашист. Вот такие детки, они весело поют и улыбаются. Им это весело, радостно, баян, дяденька ветеран, тюремщик. И мелодия такая, да, задорная. И, слушай, ни одна сволочь не скажет, что это плохие слова, которые, ну, нельзя применять к людям, да. Нельзя говорить «укроп», нельзя говорить, я там, «жид». Ну, все это обзывательские плохие слова. Запрещено детям с цивилизованным обществом говорить. Ну, это же не цивилизованное общество. Вот очень хочется отнять детей, вот отнять. И как-то постараться, ну, я не знаю, Майнрида почитать. Ой-ой-ой, не заходите в своих фантазиях так далеко. Майнрида еще. Успокоилась, да. Все, слезла с облака. Но, нет, на самом деле, детей все равно хочется отнять.